В Кызылординской областной многопрофильной больнице открыли перинатальное отделение на 70 коек. Оснащение обошлось местному бюджету в 1 000 000 000 тенге. Здесь установили МРТ, многофункциональные кровати с автоматическим контролем сердцебиения плода и новейшее высокотехнологическое оборудование, которое позволит оказывать полный спектр беременным и молодым мамам от комплексной диагностики до послеродовой реабилитации. Ожидается, что отделение снизит нагрузку на действующий перинатальный центр. Кызылординская область, к слову, занимает одно из лидирующих позиций в республике по рождаемости. В прошлом году в родильных домах региона на свет появились 18 тысяч малышей. Ну а с начала уже этого года 3 тысячи. У меня была проблемная беременность и многочисленные выкидыши, поэтому рожать пришла сюда. Врачи наблюдали самых схваток. Осложнений не было. Я им очень благодарна. Ребенок родился здоровым. Актуальность данного отделения в регионе высока. Наблюдается рост беременных с серьезной экстрагенитальной патологией, заболевания сердца, крови, печени, почек. При многопрофильной больнице есть возможность при необходимости своевременно оказать экстренную и профессиональную помощь.